Акация, акация, давай. Акация, какация. А мне 10 уровней до элефанта. Как думаешь, продать? Просто он... Да, конечно, продавать, блин. Нахрен он вам сдался, этот элефант. Конечно, продавать. Калка, например, я не знаю, блин, может, вы любители играть на 6,7. Я уже не помню, когда я в последний раз играл на Фердинанде. Сварной шов. Барев Ахперджан. Вонцес. Ага-ха-ха-ха-ха. Стоямба. Ну да. Ага, промазал, промазал. Ох, тут двое стоят. Ох, тут ребята стоят. А все мажут по мне. Одним выстрелом двоих. Вот прям на меня вышел. Ой. На перерывы я точно не решим. Калка, не торопи меня, пожалуйста. Что? Бен, чисто радиофугас нужен был. В общем, Б держат эти ребята. Нормально. Он что, сидел специально ждал меня, да, на этой горе, блин? Дебил, блин. Не, ну прикинь, кто меня забрал. Человек, который на весь корпус вышел, чтобы... Я не знаю, что он там хотел сделать, я просто словил сейчас шальную пулю, прям. Я не представляю себя игрока в адеквате, который так бы там стоял просто. Как можно додуматься до такой позы? Имя 228, привет. Жаль, такая серия у меня наклевывалась. Серия фрагов. Но я сейчас поменяю позицию чуть-чуть.
Сейчас отработаем. Там тигр стоит. Больше не стоит. Этот тоже не стоит больше. Ай, черт, вот он. Попадание просто. Семерка на акации. Где этот пантерыч, блин, сняли? Жаль. Очень даже жаль. Вот он. Стой на месте. Стой, 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 стой. Ох, блин. Бомба. Все, снят. Не, я сейчас неправильно выхожу, абсолютно неверно. Что? Как он узнал, что я там? Никого не смущает этот выстрел. Это реально никого не смущает. Вот такой вот выстрел назад. Да что ты делаешь? А с бомбой-то, ё-моё. Офигеть просто. Надо было лететь на меня, попытаться скинуть бомбу. Попытаться скинуть бомбу, потому что я его, скорее всего, собью. И он просто как дебил, блин, летает. Вместо того, чтобы скинуть бомбу, он хрен знает, чем там занимается. Да ну нафиг тебе. Т-34-80. Нет. Не-не-не-не, это прям класс. Это прям класс. Это очень хороший танк. И жаль, конечно, что мою локацию так быстро грохнули. Такс. Я действительно не знаю, что вражеская авиация там делает и для чего она это делает. Но это какой-то фигней страдают полным составом.
Давайте после маленького перерывчика еще один бой на акации сыграем. Вообще фановая техника, но не имба, конечно. Получше всяких британских Г6. Это однозначно. Никого нету, нету. Она тут будет. Вон он стоит там. Нормально, да? Камерник по зенитке. Вот камерник по зенитке, это как думаете, это нормально сейчас было? Вот как камерник должен действовать на зенитку, блин. А не тупое попадание какое-то там. В общем, десяточку набили, и то нормально. Ну вот бывают такие дурацкие, блин, моменты, конечно. Камерник об еще более картонную цель взвелся на М16, МГМС, или как там называется. А на М19 не взвелся. Попал. Ну, я помню, заметил его просто. Там два самолета остались. Блин, у меня малая снова плачет. Может даже случится так, что я вот хотел перерыв сделать. Но случится так, что завершение стрима, блин, получится с этого перерыва. Ай, блин, ну он вообще не летит. Да, этот вообще не летит. Опа, цель. Энергии вообще нету у этого самолета. Никакой.
Какой? Тупо без энергии все время он. Кто у нас тут типа супер крутой летун, блин? О, у меня больше не поднимается. О, слушай, 14 прагов этот чел набил. И проиграл. Нифига себе игрок против нас. Игрочишка. Ой, черт, чуть было не попал. И все, сдох. Ну, скорее всего, да, чем нет. Еще одна точка у нас. Преимущество на нашей стороне. На тигре первым резнулся чел. В общем, 15-й фраг сделал, красавчик. Но я со своими 12 выиграл. Ребят, сейчас 2 минуты. 2 минуты и продолжим. Не расходимся.